Всем привет, дорогие друзья, с вами Катя да Юрич Топкин, и, ребятушки, сегодня вместе с вами мы снова находимся на просторах Black Russia. Ребята, сегодня особенный день, потому что у нашего проекта сегодня годовщина. Ровно 3 года назад, 20 апреля 2020 года, у нас на свет появилась Black Russia. Ну и сейчас, на данный момент, разработчики проделали просто колоссальную работу, потому что каждый день ежедневно на проекте играет более 41 тысячи человек. Ребята, поверьте мне, это просто грандиозное достижение. Что ж, ребята, празднуем день рождения вместе с вами. Если вы еще никогда в жизни не играли на Black Russia, то я вас приглашаю. Для этого перейдите в описание под данный ролик, ребята, там есть ссылочка. Перейдя по ней, вы сможете скачать лаунчер себе на телефон, и игра автоматически установится вам на устройство. После чего вам нужно придумать ник и играть вместе со мной на 24-м сервере, потому что я играю именно здесь, называется он Санкт-Петербург. Вообще, ребята, промокоды, которые будут в этом ролике, они будут сегодня самые жирные, специально для новичков, чтобы порог вхождения в игру был максимально комфортный. Ну и чтобы вы понимали, сегодня, конечно же, у нас будут новые промокоды, связанные с днем рождения проекта. И это еще не все, потому что думаю, что через 2 дня еще будет много других приколов, поэтому обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк и колокольчик не забудьте, чтобы не пропускать свежие ролики от меня. Итак, ребята, если вы появитесь на проекте, как только достигнете 4 уровня, то обязательно вступайте в мою семью Best Guys. Вчера я сделал небольшой подарок тоже к этому событию, к дню рождения проекта. Я решил удивить своих ребят. И чтобы вы понимали, я обновил автопарк, и наконец-то теперь у нас в автопарке много новых машин. Я купил вчера в общей сложности 5 новых тачек, из них 4, в общем-то, суперкара и мини-купер, новенький из обновления, поставил на него суперспорт, и на самом деле прикольная тачка, мне понравилась, обязательно зацените, доступна она с первого ранга. Напомню, что у меня нужно просто играть, кайфовать, я рангеры раздаю по вашему уровню в игре, чем выше уровень, тем выше ранг. Что ж, ребята, давайте сразу сходу я вам расскажу про промокоды, сейчас болтовни будет меньше, чисто пойдем по ним, и поэтому, ребята, смотрите, если появитесь в игре и нажмете на чат, введя команду /промо, то сможете вводить все промокоды, которые есть у нас в игре. Итак, ребята, в первый пункт мы активируем промокод, и первый промокод будет называться хэштег Топкин, ребята. Это мой специальный промокод, специально для вас, вводите его за то, что я вас сюда пригласил, я буду получать небольшую плюшку, ну а вы получать будете довольно-таки хорошие ништяки в виде вот таких вот призов, ребята. Для этого после активации нужно отыграть ровно 1 час в игре, и все эти ништяки вы получите. Сразу сходу, ребята, промокод первый, который нам дали разработчики, непосредственно посвященный дню рождения, и мне даже самому интересно посмотреть, на что разработчики у нас раскошелились. Промокод будет называться вот таким вот, ребята, образом: Black Russia Love Y. И дает, ребят, смотрите что. Нужно отыграть 24 часа в игре. То есть вы должны отыграть, ребята, после его активации ровно 1 сутки. И тогда вы получите BMW M1, ребята. Это новая тачка, которую добавили вчера. Стоит она 70 миллионов рублей. M1 Pro Car. Прикольная машина, я на ней покатался. Она управляется, поэтому протестить нужно будет обязательно. Макларен вчера купил семью на 40 часов жир. Мерседес Акула, ребята, на, получается, 60 часов вообще жир. Додж Демон СРТ. Отличный маслкар. 75 часов. Вообще охренеть как хорошо. И Nissan Skyline, ребята, на 96 часов. При этом еще 2 скина и VIP-платину на 6 часов. Первый промокод, ребята, очень хороший. Он очень жирный, ребята. Это, ну, прям давненько такого не было. Жалко, нету опыта. Но я понимаю, сейчас немножко политика изменилась, поэтому промокодов на опыт будет совсем мало. Сегодня, ребята, будут промокоды тоже с условиями. Где-то нужно будет отыграть 1-2 часа в игре, где-то нужно будет непосредственно получить 2-3 уровень. Поэтому промокоды и жирные, ну и поиграть немножко придется. На самом деле это не сложно, тем более, что, ребята, если вы отыграете один день в игре, то через сутки можно уже просто заработать большие деньги, больше ляма, без каких-либо проблем. Итак, ребята, погнали. Первый промокод будет называться хэштег Кулич. Это самый свежий промокод, который работает на всех серверах. Он дает VIP Gold аккаунт на 6 часов. Cadillac Escalade, ребята, заряженный на целые сутки. Промокод действует, как только вы отыграете 2 часа в игре. Очень полезный промокод, поэтому вводите, играйте, кайфуйте. Следующий промокод по своей жирности будет называться хэштег 8 марта, ребята. Здесь вы получите 2 эксклюзивные донатные тачки, 2 скина и VIP Gold аккаунт на 24 часа, соответственно. Тоже довольно-таки жирный промокод. И, насколько я знаю, условий на него никаких нету, поэтому вводите и кайфуйте. Промокод, который еще работает, и он тоже козырный, будет называться хэштег март, ребята. Он дает вам VIP Gold аккаунт на 24 часа. А также, ребята, вы здесь получите 3 скина на выбор и Ferrari Калифорнию на 24 часа. Такая же Ferrari в промокоде на 8 марта. Хороший промокод, до сих пор работает, действует, поэтому, ребята, водите, кайфуйте. Следующий промокод, даже 2 промокода будут работать только с 3 уровня, но оно того заслуживает, как говорится. Первый промокод называется хэштег HolyMart23, ребята. По нему вы получите непосредственно VIP платину. Это самый дорогой VIP пакет, который у нас есть, на, в общем-то, 24 часа.
часа. Это очень много. Также скидку в донат-магазине, ребята, и список тоже очень дорогих машин, таких как Bentley, Urus, Гелик, ну и много других прочих. Поэтому обязательно, ребята, вводите промокод и кайфуйте. Промокод хэштег Loan23. Также нужен третий уровень в игре. Вы после его того, как ведете, получите BMW X6M, VIP платину на 6 часов, ребята. И, насколько помню, два прикольных аксессуара, даже три. Это шарик Пеннивайза и две маски, в общем-то, с париком на 1 апреля. Следующий промокод, ребята, будет называться хэштег Крип. Старый промокод, но проверенный. Дает тоже VIP Gold, скины и эксклюзивные тачки, которые можете купить только в донат-магазине. Обязательно вводите, потому что промокод действительно жирный. Что ж, ребятушки, я думаю, что промокод на день рождения Black Rush 1 только что у нас залетел. Я думаю, что будут еще, поэтому, скорее всего, через 2 дня будут новые промокоды. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк, не пропускайте ролик. И, кстати, в комментариях напишите, как давно вы играете на Black Rush. Может быть, вы только начали, а может, вы уже играете с самого открытия, аж 3 года назад начали. Такие ребята, думаю, уверен, тоже есть. Всем спасибо за просмотр, ребята. В общем-то, желаем проекту дальнейшего процветания. Ну и давайте смотреть дальше, какие же ништяки нас будут ждать. Всем спасибо, всем пока.